Я хожу в библиотеку с самого раннего детства. Я была зрячей всю мою жизнь, за исключением последних 6 лет. И я также в студенчестве проводила очень много часов каждый день в библиотеке. И библиотеки очень люблю. А эту библиотеку я видела еще зрячей и нашла ее для себя, когда потеряла зрение. И здесь настолько интересные ресурсы, многочисленные. Здесь также предложено слабовидящим и незрячим экскурсии отличные, изучение города, понимание окружающей среды. И тут есть не только книги и фильмы. Очень разносторонний, скажем так, подход к человеку здесь и очень теплая атмосфера и профессиональный коллектив. И я безумно рада, что я нашла эту библиотеку, ее вклад в мою жизнь, наполнение моей жизни невозможно переоценить.